Коммунисты отстаивают Знамя Победы. С одиночным пикетом представители Красной партии вышли к зданию облдумы. Их возмущает, что парламентарии не принимают закон, приравнивающий Знамя Победы к флагу России в дни государственных праздников. Речь идет о 9 мая и 22 июня. Два десятка регионов России приняли этот закон, а ивановские депутаты не хотят. Коммунисты считают, что причина в неприятии цвета знамени и символа серпа и молота. Против флага выступили депутаты от «Единой России» Чудецкий, Виноградова, Маслов, либерал-демократ Нетисов и пенсионер за справедливость Ширстов. Флаг Победы – символ даже не российский, это общемировой символ. И выступать против него, тем более не признавать его или там, не разрешать его увешивание – это по меньшей мере странно. Мы рассчитываем на реакцию со стороны областной думы, потому что сама по себе дума будет на следующей неделе. И, может быть, они примут во внимание наше обращение письменное в форме пикета и передумают.